Официально мотосезон в Одинцовском округе откроется 1 мая. Однако с наступлением по-весеннему теплой и сухой погоды на дорогах становится все больше владельцев двухколесного транспорта. Напомнить об этом автомобилистам решили активисты-мотоциклисты и представители окружной общественной палаты. Мы, естественно, тоже соблюдаем ПДД, аккуратненько ездим, значит, но большая часть автомобилистов, перестраиваясь, не включает то поворотники какие-то хаотичные у них, после зимы, люди еще не привыкли. Общественники собрались на островке безопасности на кругу у Георгиевского собора. В рамках акции «Внимание, мотосезон» они раздали водителям листовки с информацией, как не допустить ДТП с мотоциклом. Основных правил 4. Избегать резких маневров, включать поворотники перед перестроением, смотреть в зеркала и, открывая двери, проверять возможные помехи сзади. Однако и самим мотоциклистам, выезжая на дорогу, следует помнить о необходимости соблюдать правила дорожного движения. Мотоциклист – это незащищенный человек, вы же понимаете, упасть, сломать ногу можно, а тут мотоцикл, скорость – совершенно разные вещи. Поэтому это прежде всего наша безопасность. Наталья Гончарова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».